Всем привет, дорогие друзья! Сегодня началась масленичная неделя, мы всех поздравляем. В общем, ждем весну. Вывели сегодня наших любимцев на прогулку. Они так сидели на подоконнике, наблюдали за птицами на дереве. В общем, посмотрела на градусник, что сегодня у нас потепление, решили их вывести погулять. Мы периодически их выводим, гуляем, поэтому не переживайте за них. Сейчас немножечко мы их минут 15-20 и домой заведем. В общем, ладно, заканчиваем нашу трансляцию. Собаки идут. Держи рыжего, Дим. Вывели на прогулку наших любимых питомцев. Зак. И Стик. Стик матерый кот. Зак возмущается, весь в возмущении. Кричит. На улице тепло. Сейчас они немного адаптируются на лавочке и пойдут по скверу погуляют. Закушка! Зак! Красивый какой кот вышел на улицу погулять, свежим воздухом подышать. На улице тепло сегодня, 4 градуса. Немножко походишь, погуляешь. Зак! Зак! Зак пришел к своему другу Стику, к брату. Зак вышел на прогулку. Мы своих котиков вакцинируем. Поставили неделя две назад вакцину. Поэтому можно смело гулять по улице. Вот. И Дима там тоже гуляет. Со Стиком. Сейчас пойдем к Стику. Но я не могу понять, куда меня Зак тянет. Что-то увидел. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, наш Манюня. Пойдем. Закушка. Зак. Зак. Дима Стика отстегнул от шлейки. Доверяет Стику, что он никуда не уйдет. Я Зака не отпускаю. Только если где-то на природе, то тогда он далеко никуда не убегает от нас. А здесь дома, он может шмыгнуть только так. Вот они, красавцы наши, любимцы. Зак! Замерз. Да он не замерз, он просто осваивается. Сейчас немножечко. Походит еще, побегает. Стик. Наблюдает. Вы
самом деле он на природе себя гораздо вальяжнее чувствует, чем вот здесь, в городской среде. Во-первых, он не любит маленьких детей, вот как они кричат, визжат, он сразу как-то шугается. А на природе, когда вот только мы, зелень, травка, он себя прекрасно ведет и чувствует. А здесь на каждый шорох реагирует. За кошка! В общем, у нас получилась не очень продолжительная прогулка, так как наши котоняны себя чувствуют не очень уверенно. Здесь очень много людей ходит по скверу, поэтому немножко погуляли с ними минут 15 и все, идем домой. Давай поздравим всех, всех с 23 февраля. И всех мужчин. Мужчин, да. Парней, будущих защитников. Масленичная неделя. Да. Собака красавица какая была. Ага, сейчас покажу. Вот собаки. Вот наши коты и нервничают. Дима! Стик! Давай, Стик. Рыжий шикарный кот. Зак уже в домике. В общем, поздравляем всех с праздниками. И весной коты будут чаще гулять у нас на улице. Стик. Зак после прогулки в своем домике отдыхает. Это его любимое тут гнездышко на одеялке. Да, на одеялке. Твой домик. Он иногда сюда еще Стика запускает. Иногда они вместе здесь лежат, спят. Но это не всегда. Ой. А Стик возле миски в ожидании, что ему сейчас что-нибудь перепадет из еды. Но не сейчас, попозже. Будет ужин у котонянов.